А где же бумага-то? Папки есть. А бумаги нет. Бумаги совсем нет. Андрю, а скажи-ка мне, сколько... Ручки еще есть. Кое-какие тетрадки. А бумаги нет. Я слышал, что нет какого-то химиката. Хилат натрия, что ли. Халат натрия или натрия хилат. Но это не имеет значения. Горячие финские парни прекратили поставку этого химиката в Россию. Думают, что мы останемся без нормальной бумаги. Тетради еще есть. А вот бумаги я совершенно не вижу. Ну вот и газеты. Я смотрю, подорожали почти в два раза. Стоило 31 рубль, теперь 55 рублей. Да ну и пусть они теперь сами читают свои газеты. С бумагой та же история. Туалетной бумагой я имею в виду. Тоже разобрали. Особенно влажные какие-то салфеточки. И сахар так и не появился, сахар пес. А, вот нашел сахар. Но это уже остатки.